Привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал в Инстаграме, ссылочка в описании к этому видеоролику. Сегодня у нас 15 февраля, на улице облачно, на море легкое волнение, но в целом оно достаточно спокойное. С моря дует ветер, температура воздуха где-то 9-10 градусов тепла, на небе облачно, однако солнышко пробивается сквозь облака. Достаточно хорошая погода, приятный день, люди гуляют по набережной, кто-то к морю выходит, все отдыхают, суббота. Выходной день. Напомню, не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите «Черное море» каждый день. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте любые вопросы в комментариях. Ссылочка на Инстаграм, еще раз повторюсь, в описании к видеоролику. Всем пока!